Напомним, на совещании, которое было посвящено качеству работы общественного транспорта в Армавире, глава города Андрей Харченко поставил отделу транспорта и связи задачу ужесточить контроль за работой транспортных компаний. Такое решение было принято в связи с увеличением количества жалоб на работу некоторых автобусных маршрутов в Армавире. Теперь ежедневно сотрудники отдела транспорта и связи совместно с представителями ГАИ проводят профилактические рейды. В случае выявления нарушений на водителей составляются протоколы. За время проведения рейдовых мероприятий отделом ГИБДД по городу Армавира составлено 22 протокола административных правонарушений, отделом транспорта и связи администрации города составлен 31 протокол об административных правонарушениях. Среди основных замечаний – несоблюдение интервала движения, перегруз, сход с линии раньше установленного времени. Отстраняются от работы автобусы из-за неудовлетворительного санитарного состояния салонов. Особое внимание при этом уделяется соблюдению водителями правил перевозки льготных категорий пассажиров. Нужно отметить, что некоторые из них перестали пользоваться проездными билетами и оплачивают полную стоимость проезда. Иначе отдельные водители не останавливаются. Подобная жалоба поступила на одного из водителей 23-го маршрута. Если информация подтвердится, его привлекут к административной ответственности или уволят. Выявлены водители, которые нарушают правила перевозки пассажиров. Это не выдача билетов пассажирам, не включение ближнего света фар, перегруз при перевозке пассажиров и другие нарушения, которые выявляются в ходе проведения рейдового мероприятия. В отделе по работе с обращениями граждан отмечают, что замечаний к перевозчикам у пассажиров становится меньше, однако они продолжают поступать. По распоряжению главы города рейды будут продолжаться до тех пор, пока в сфере пассажирских перевозок не будет наведен порядок и не прекратятся жалобы от армавирцев. Марина Локтева, Евгений Халманских, служба информации телеканала РНТВ «Армавир».